Я надеюсь, вы еще помните, о чем я проповедовал в прошлый раз. Помните или нет? О чем? На чужих ошибках. А что вы еще помните с ошибок там? Никогда не сдавайтесь. Какие ошибки были у них? Вообще, о каких ошибках я говорил? Хорошо. Ну, ладно, скажите, пожалуйста, что вы вообще стараетесь не забыть, и когда вы идете в магазин, например? Хорошо. Хорошо, когда вы... Понял, ну, деньги надо, понятно. Когда вы идете в церковь, например, что хорошо брать с собой? Библию. Спасибо. Поднимите руку, кто сейчас с Библией. Ну, не так много. Не так много, но у меня есть утешение для вас. У вас Библия есть на айфоне. Будьте благословенны во имя Иисуса. Вообще, какой-то был такой определенный резонанс, особенно много говорили об идолах, и просто спрашивали у меня, ну, пастор, вы такое сказали, может ли спорт быть идолом? Вообще. Неужели? Хороший не может. Но я просто здесь, чтобы сказать, что может. Почему? Может. Потому что любая вещь, занятие может. У меня это было идолом, когда я был молодым человеком. Учился в колледже, играл за колледж, баскетбол. И получилось так, что в воскресенье все в церковь, а я на тренировку или игра. Тренировка или игра. И постоянно не попадаю туда, куда вроде бы и хочу, но весь там. Да, идолом может быть спорт. Больше того, Библия говорит, что телесные упражнения мало полезны. То есть не написано, что они бесполезны. Ну, мало полезны. А благочестие на все полезно, имея обетование и в настоящей жизни, и в будущей. И Библия говорит, упражняй себя в благочестии. Вот как вы упражняете себя там в фитнесе, упражняйте в благочестии. Я вам как-то предлагал даже, вот, ну, потерял мир или там осудил кого-то, откладывай $5. Даже если тебе жалко отдавать, ну, просто проверь себя, сколько ты соберешь за месяц. Упражняй себя в благочестии. Аллилуйя. Ну и другие спрашивали, неужели, говорят, могут собаки быть идолом? То я таким людям спрашивал, а сколько у вас собак? Могут. Будьте бдительны. И я все не назвал. Еще Facebook, социальные сети. Порнография, который отравляет, разрушает семьи. И помните, я говорил, вот Зарахилька, которая спрятала идолов. Кто-нибудь читал хоть, нашел, куда она спрятала? Читали некоторые, да? Я вам расскажу. Дело в том, что весь секрет в чем, что если у человека есть идол, он ее старательно прячет. Он же понимает, что это не то, не туда. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. А тут какой-то идолок встретился. И вот отец просто потерял идолов, он был в шоке, это ж... Он вот обыскал Лавана, там других, а потом очередь до Рахили подошла, и говорит, Рахиль, может быть... Во-первых, она знала идолов своих отца, знала, а потом еще хорошо спрятала. И она села просто на ложе, там, села и на идолочков села, и говорит отцу, папа, ну, понятно, что ты обеспокоен, ты что-то ищешь, но у меня обыкновенная женская. Думаю, это же надо так уметь спрятать. И я думаю, что у евреев тоже где-то было так. Они понимали, что у них есть цель, они куда-то идут.
Но так понимали, что все это не так заметно, не все это знают, не все это видят. Ну и в принципе понимали, что как-нибудь пронесет, пройдет. Но Библия говорит, что Бог их строго наказал за идолопоклонство. Помните или нет? Поэтому с идолами шутить нельзя. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Мы продолжаем тему «Учитесь на чужих ошибках» или «Лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих». Давайте продолжим учебу. Вы не против? Поэтому мы уже прошли пару моментов. Вы сейчас их увидите. Можно идти дальше. Смотрите, 5 согрешений израильского народа. Мы уже поговорили о прихотях израильтян. Помните ту песню, которую я говорил вам? «А я в Египет домой хочу. Я так давно не кушал лука». И поклонение идолам. Мы чуть-чуть повторили. Следующее согрешение израильтян – это была распущенность или прелюбодеяние и блуд. Все это служит для нас серьезным предостережением. Безнравственная жизнь – это не твой удел. Смотрите, как написано. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи». Вы знаете, как бы сказать, я когда читаю это все, я в шоке. Тут один человек умирает, и кажется, все общество взволновалось. А здесь тысячи. Причем в один день. Ну, кажется, уже любой человек должен отрезвиться, просто прийти в себя, в чувство. Смотришь, прошли чуть дальше. И снова в засаду попали. Причем у иудеев вот это поклонение, блудодействие, оно было сопряжено с поклонением идолам. Я просто прочитаю, остаемся на месте. «И жил Израиль в Сетиме, и начал блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ, и поклонялся богам их». Все. Очень кратко, как в телеграмме. Какое отношение Бога к тому, что происходило там? Бог, написано, поразил смертью безнравственных израильтян. И кажется, поражению в то время, вот, 1000, 2, 10, 20, нету предела и конца. Что делать? И вот в этом обществе, как и в любом обществе, всегда есть люди, которые любят Бога и ревнуют по делу Божьему. Так вот, среди них был один человек по имени Финеес. Смотрите, что он сделал. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку на глазах всех, на глазах Моисея и всего общества сынов Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания, потому что уже было поражение». Поражение было великим. И вот этот Финеас, сын Елизара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянкой в спальню, и пронзил обоих их, и прекратилось поражение. Когда читаешь эти строки, оно как-то так жутко звучит. Ну как может быть такое? И все же, друзья мои, Бог может совершать это и в наши дни, чтобы отрезвить, чтобы исправить, чтобы просто осветить общество и отдельно человека. Поэтому, когда это происходит, мы должны быть внимательны к тому, что делает Бог. Особенно Бог желает отрезвлять тех, которые думают, что все позволено или никто не узнает. Всему свое время. Просто ты это делал тайно, а Бог сделает что? Явно. Умерло больше 20 тысяч. Это было серьезное поражение. Поэтому мой призыв, просто будьте фиенесами для общества, для церкви. Будьте этими людьми, которые не просто равнодушны к тому, что происходит вокруг них, но которые не любят греха ни в себе, ни в других во имя Иисуса.
Какое предупреждение для всех нас? Что мы можем из этого извлечь? Послушайте, что Библия говорит. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Что иногда люди, можно сказать, не понимают или недооценивают? Вы уже знаете, что есть два греха, которые не прощаются. Это хула на Духа Святого и непрощение, личное непрощение. Но есть один грех или два греха, за которые судит человека Бог. То есть, обратите на это внимание, есть суд общий, который будет для всех. Но есть отдельный суд для блудников и прелюбодеев. И Бог с ними судится уже на земле. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Это очень серьезно. Это очень серьезно. С этим шутить нельзя. Не обманывайте себя и других. Смотрите, бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, но блудник грешит против собственного тела. Есть такая современная любовь без обязательств или в капкане секса. Вы знаете, что иногда молодые люди, да и подростки, они как бы даже в разговорах, в общении, они шутят, разговаривая о сексе. Но приходит момент, когда секс начинает шутить над ними. Тогда всем становится не до смеха. Потому что расплата всегда будет. Помните, глаза наши ненасытимы. Но рано или поздно душа грешника или прелюбодея окажется в клетке. И освободить от этой ноши может только Христос. Запомните, что те, которые ходят на свидания, они часто это делают ради удовлетворения своих собственных нужд. Они руководствуются своими личными интересами, но не интересами других. И в этом есть серьезная опасность. Вы скажите, какая же воля для человека? Вот многие люди желают узнать волю Божию на свою жизнь, на свое будущее, на завтра, на будущую семейную жизнь. Правда, бывает такое? Какая же воля Божья для человека? Хотите это услышать? Послушайте, что говорит Бог. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Интересно заметить, послушайте меня внимательно сейчас. Есть общая воля для человека, а есть личная, которую я хочу знать, какая воля Божья на мою жизнь. То есть Бог хочет, чтобы я учился, например, или нет. Именно там, где я хочу. Бог хочет, чтобы я на этом человеке женился или нет. Правда, это иногда волнует нас. Но послушайте меня внимательно. Только когда вы исполняете общую волю Божью, тогда вы вправе искать личного руководства. Больше того, вы ее получите гораздо быстрее, когда вас интересует общая воля Божья для всех. Многие живут, как знают, или как получается. Но когда-нибудь что-нибудь стряслось, или говорят, Господи, открой мне волю Твою. Бог не против. Но я еще раз повторяю, в первую очередь вы должны исполнять общую волю Божью для всех. Потом легко будет вам искать руководство в вашей практической жизни. Итак, воля Божья, она есть благая, угодная и совершенная. Воля Божья есть твое и мое освящение. Поэтому, ибо воля Божья есть освящение наше, чтобы воздерживались вы от блуда. Это то есть воздержание от сексуальной нечистоты. Не оскверняйте себя, других и церковь. Иначе это принесет вам страдания, опустошение, печаль и боль. Запомните, порнография и далеко идущие свидания – это ваши самые серьезные враги. Да, заядлые свиданщики, они ищут наслаждения.
в этих отношениях. И это все ведет к сексуальной нечистоте. И счастье человеку не приносит. Послушайте, свидания, где люди разжигаются друг на друге, ни к чему хорошему не приводят, и люди при этом ничего не узнают друг за друга. Сейчас, когда общаешься, от молодых людей женятся, там спрашивают, вы как, у вас не было там сексуальных отношений? Нет, пастор, все нормально. Тогда пастор спрашивает, не было в любом виде? Дальше я рассказывать вам не буду. Многие они понимают, что они умные для себя. Но все это разврат и нечистота. Запомните это. И всегда будет этот вопрос звучать в любом виде. Самый страшный обман – это обман самого себя. Поэтому, друзья мои, мой совет – полагайтесь на Иисуса. Что это значит? Только Бог может утолить жажду твоей души. Сегодня в современном мире, я здесь, чтобы сказать, множество мужчин и женщин, они гонятся за любовью, за сексом, за карьерой, за богатством. Но все это приносит новое несчастье. Оно не может удовлетворить запросы твоей души, потому что Библия говорит только в Боге. Успокойся, душа наша. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто будет веровать в меня, тот не будет жаждать вовек. Скажите слава Богу. Но вы скажете, просто я тут чуть-чуть, просто для молодежи, для всех, вы можете меня спросить, ну, пастор, это все понятно, ну, а как же узнать человека? Я уже вам говорил, еще раз повторю, просто надо ее достать. То есть человек не таков, как он говорит, и не таков, как он выглядит. Но он всегда такой, каков он внутри. Если вы подходите к шкафчику, и вам надо оттуда что-то взять, каким бы он ни был красивым, пока вы ее не откроете и не достанете оттуда то, что вам надо, вы можете вообще не знать, что там происходит и что в этом шкафчике есть. Поэтому еще раз, где люди встречаются и просто разжигают друг друга, там ни о каком узнавании речи нет. Просто она уступает, потому что, ну, любит же, то надо уступать. А он просто хочет удовлетворить свою похоть. Страсти накаляются, и наступают моменты, или черта приходит, когда уже за этой чертой только пропасть. Когда человек держать себя уже не может. К сожалению, еще раз повторяю, вот эта дружба или подобное свидание никакой пользы, кроме вреда, человеку не приносит. А я еще раз повторяю, если вы хотите узнать человека, надо его достать. Поэтому прежде присмотритесь к человеку, прежде чем дружить с любым человеком, просто присмотритесь к нему. И свои мотивы фильтруйте через Слово Божье, проверяйте, чего вы лично хотите. Но опять же вопрос возникает, а как же ее узнать? Оказывается, в принципе, просто. Сначала узнайте о человеке, у родственника, у друзей, у подруга, подруги, у друга. Узнайте что-нибудь за человека, который уже его хорошо знают. А для вас это тайна. Ну еще, ну не совсем. Ну придите к человеку в гости неожиданно. Не тогда, когда вас ждут уже полдня или целый день, готовятся неделю. Придите неожиданно, чтобы увидеть ее. Можно этот перечень продолжать, но очень важно человека узнать. Вы согласны это или нет?
К сожалению, я уже сказал, что на свиданиях это бывает очень редко, потому что люди говорят только приятные. И если человеку очень хочется выйти за кого-то замуж или на ком-то жениться, он даже предпринимает всех усилий, сверхусилия, чтобы не выдать себя, какой он есть на самом деле или она, чтобы в конце концов своего друга или подругу обмануть. А оказывается, узнают уже очень быстро перед свадьбой или во время свадьбы, или после свадьбы. Очень быстро. У меня вот верующие, намечалась свадьба. Я потом спрашиваю, ну как, она была свадьба или нет? Говорит, нет, а почему? Она хотела большую свадьбу, не он большую, а она небольшую. Свадьбу отложили. Иногда бывает так, что она хочет один цвет, чтобы был на сцене, а он другой. И начинает узнавать друг друга. Кажется, а сколько месяцев? А что-то было? Иногда годы. А вот начинается практическая область, и начинается знакомство. Как узнать человека? Есть один такой стих. «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Может, связки с тобой одной, там поймешь, кто есть он. В горы надо сходить, на миссию поехать, если хочешь узнать». Человека узнают в трудностях, в испытаниях, в дороге, а не тогда, когда вы пьете в Старбаксе кофе. Там ничего не узнаешь. И вся молодежь сказала. Я извиняюсь, но у меня привет вам от брата, который так недавно приезжал ко мне. Так вот, он говорит, ну, извиняюсь, они люди неверующие. Вот он решил ехать, чтобы помочь мне, как брат. А жена против. И все, 2 месяца война, не пускает, и все. И вот смотрите. 2 месяца. 2 месяца. И потом вдруг такой момент. Значит, она вдруг подходит и говорит, я, говорит, понял, что ты точно решил ехать, и все. Он говорит, откуда ты знаешь? Говорит, очень просто. Раньше было так, когда я пытаюсь тебя зацепить, достать, не пускать, не давать, ты выпил и пошел спать, а это уже 2 месяца не пьешь. Ты точно решил ехать? Да будет имя Бога благословенно. Да, мы хорошо знаем друг друга в семейной жизни. Я просто вас вдохновляю. Я не хочу, чтобы ни один человек в обществе нашем, в церкви, был обманут. И я говорю очень серьезные вещи, просто во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Почему люди не узнают друг друга? Почему, друзья мои? Потому что они не туда смотрят. И еще почему? Потому что любовь слепая. Вы здесь еще? Расскажу, говорит, один говорит, вот встречался вот с девчонкой, и говорит вот так, все нормально, как по маслу идет. Когда однажды что-то ей не понравилось, она развернулась и ушла. Я думаю, ну надо же завоевывать, надо. Я снова подхожу, нахожу пути, снова все. Как по маслу, 2 недели. Потом снова что-то не понравилось, она развернулась и ушла. В конце концов, он завоевал ее. А потом, говорит, в жизни случилось то, что случилось. Она теперь постоянно, что-то не так, она раз и ушла. Ее не стало. Но скажите, разве ты этого не видел? Не видел, потому что любовь слепа. Тебе было показано, характер человека. Если она даже замуж не вышла, а уже вот так вот повороты делает, то представь, что будет тогда с тобою. Молодежь, держитесь. Надеюсь, что у вас все будет по-другому. Я желаю вам милости от Бога. Во имя Иисуса. Никогда не идите на компромисс со своим сердцем ввиду красоты ее или его.
Вы видите здесь стих. Миловидность обманчивая, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Если сердце кричит «нет», значит «нет». Пусть она будет трижды красивая, или он тоже. Если нет, то нет. Так смотрю на общество. Вот женатые люди соглашаются, молодежь молчит. То есть романтические отношения, которые строятся только на внешней красоте, часто ведут к разочарованию и к душевным мукам, причем страдают и он, и она. Будьте благословенны, и хранит вас пусть Бог. Я говорю серьезные вещи еще потому, что Самсон, он победил всех, кроме себя и свои страсти и похоти. Он был действительно сильным, но что-то не смог победить. И это была страсть и похоть. Вы помните еще за Фионеса, который расправился с теми, которые занимались грехом? И таким образом он положит конец Божьему наказанию. Бог желает сегодня поднять новых Фионесов, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы воля Божья исполнялась в жизни Божьих детей. Да будет победа Господа, да будет имя Бога благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Я надеюсь, вы услышали что-то для себя. Еще два момента. Не знаю, сколько успею, но хотя бы чуть-чуть. Четвертый момент. Бунт против назначенных Богом вождей Моисея и Аарона, искушение Господа Бога. Восстание или бунт? Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вы знаете, что меня больше всего удивляет? Что многие люди вживую боятся змей. А искушать Господа Бога не боятся. Это намного серьезней, то, что я читаю. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жали народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Это ужасно. Встречаться с змеями в пустыне – это очень неприятное зрелище. Убежать практически некуда и спрятаться тоже. И каждый укус смертелен, и нету лекарств, которые есть, может быть, сейчас. И только милость Божья и тот крест, который сделал Моисей, что-то изменило в этом обществе. Но погибло народа, написано, очень огромное общество. Еще читаю один стих, вы просто посмотрите. «Восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея Аарона и сказали, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь, почему вы ставите себя выше народа?» Восстание. Это было настолько серьезно, что когда Моисей это услышал, он просто обратился к ним и сказал, он говорит, друзья, говорит, мои сыны Левия, он их назвал, а это были действительно левиты, он говорит, ну разве вам мало того, что Бог отделил вас от всего общества, чтобы вы там служили при скинии, вам этого мало? Почему вы добиваетесь еще священства? Но накал страстей, послушайте, первый уговор не помог. Настолько был серьезен, что это вынудило Моисея построить всех и сказать, если они умрут обыкновенной смертью, значит, не Бог меня поставил, а если не обыкновенной, то просто бойтесь Бога. И здесь свершилось, разверзлась земля, и в одно мгновение их не стало. Но какой я урок? Оказывается, после этого люди должны прийти в себя настолько серьезно, они должны стать другими. Послушайте. Но что говорит Библия? На следующий день после случившегося собралось уже все общество, и говорят Моисею Аарону, вы погубили народ Господень.
Вроде Моисей разрезал кусок земли там и там их туда. Все же видели, что это Бог, но у каждого есть родственники и друзья, и тут поднялась вся масса. Вы умертвили народ Господень. И началось серьезное поражение. И здесь смотрите, что происходит. Моисей говорит Аарону: беги быстрее, бери кадильницу, вставай между мертвыми и живыми, спасай ситуацию. Им было жалко народ. Они были слугами Божьими. Они заступили за народ, но погибло 14 700 человек. Вчера земля поглотила. 250 оказалось мало. Следующий этап 15 000. Это ужасно слышать. Но я это говорю только ради того, чтобы мы учились на ошибках других, но не на своих. Не повторяйте их ошибок. Эти люди, они постоянно придирались к тому, что совершал Бог, и сомневались в том, сомневались в Его слове. Есть ли Бог среди нас или нет? Скажите, Бог был среди них? Вот сегодня была первая проповедь, когда все хорошо, волны нас накрывают. Мы говорим, слава Богу, когда тишина приходит. Мы говорим, есть ли Бог среди нас или нет? Он среди нас? Слава Иисусу! Да будет имя Бога благословенно. Часто евреи, они искали оправдание своим грехам, вместо того, чтобы покаяться в них. Но с Богом шутить нельзя. За это они были серьезно наказаны. Бог послал ядовитых змей. И последнее, и мы будем молиться, ропот и недовольство. Пять главных согрешений. Это уже не идет речи о блуде, а просто недовольный человек и все. Бывает вот такое в людях? Ропот и недовольство. Казалось бы, Бог послал им все. Но довольных было не так много. Почему это важно услышать? Библия говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Послушайте меня внимательно. 2-3 недовольных человека могут разрушить любое служение и любую церковь. Птицы по роду слетаются. И недовольные кем-то или чем-то, они найдут таких же, как они. Я говорю, могут разрушить любое служение, любую церковь. Вот почему Бог так ненавидит ропот в людях. Ну, может быть, Бог, ладно, а вам вообще вот нравится дружить, жениться на недовольном человеке? Тут каже, хай Бог милує. Ну от возьми себе вот такую радость. Он бурчит, бурчит, ворчит день и ночь. Ты живешь, живешь и думаешь, куда я попал и где мои вещи. Поэтому ропот и недовольство. И если я недоволен тем, что я сейчас имею, я вряд ли буду доволен тем, что я хочу иметь. Потому что довольство – это не результат моих достижений, а довольство – это состояние моего сердца. Суть не в том, где я живу и какие люди меня окружают, а что я сам из себя представляю. И когда придет Христос, то Он не будет спрашивать, какая у тебя была теща или какая жена или муж, но Он будет интересоваться лично тобой. Вы даже обидитесь, когда он все внимание тещи уделит, а вам никакого. Поэтому будьте бдительны, каждый за себя ответит пред Богом. И я вас просто вдохновляю во имя Иисуса. Будьте бдительны. Сначала подозрение, а потом недовольство, потом ропот. Все они прошли сквозь море, но Библия говорит, что не о многих из них благоволил Бог. Почему? Потому что они роптали. Как можно выявить недовольных и ропотников? Как их можно выявить? Оказывается, через испытание или просто экзамен. Это то, что проходили кто? Израильтяне.
именно это испытание, они, многие из них не выдержали. Почему? Потому что, смотрите, человеку самое важное устоять в моменты испытания и кризиса. Не потеряться, не сломаться, не повесить нос, а просто петь, прославляя Бога, жить в победе. А Богу что важно? Богу важно человека смирить, испытать и узнать, что в его сердце. Помните, я говорю, человека надо достать. Так вот, точно так Бог нас иногда достает, чтобы узнать, что у тебя, у меня в сердце. И говорит, ты в церкви так хорошо выглядишь, а сейчас как-то я тебя вот чуть-чуть сузил твои пути, и узнать тебя не могу. Это ты или не ты? А нам хочется, Господи, это я! Как протекает наша жизнь? Итак, у Бога есть цель в испытании. И у нас есть цель. Мы должны, полагаясь на Бога, жить в победе. И помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди или нет. Он томил и жаждал их голодом, чтобы узнать, чтобы испытать, чтобы проверить. Поэтому будьте верны всегда и во всем Господу. Следуйте за Его Словом. Аминь. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. И все, что я проповедовал уже два собрания, это записано в первом послании к Коринфянам, 10 главе, первые 10 стихов. Все это были образы для нас, чтобы мы не повторяли ошибок их. Обратите внимание на эти примеры и будьте благословенны. Следуйте за Божьим Словом. Заканчивается вот эта мысль, о которой я говорю сейчас, одним важным стихом, который звучит так. Итак, кто думает, что он стоит? Дальше как написано? Береги, чтобы не упасть. Все. Мы все думаем, кто чаще, кто реже, что все вроде бы так, в основном у меня вроде бы есть какие-то недостатки, но в основном все нормально. Но на меня приходит ужас, только зная о том, что недовольные люди Царства Божьего не наследуют. Ну, кажется, небольшой грех. Ну, ладно, мне что-то не нравится. Бу-бу-бу-бу-бу ни на какой язык не переводится. Но Бог это знает, язык этот понимает. И говорит, ропотники Царство Божье не наследуют. У вас может быть тысячи причин для недовольства. Послушайте, каждый день. Но довольство зависит от того, что происходит у вас внутри. Люди, которые будут похищать вашу радость, ваш мир, ваше довольство, они были и будут. Но великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Заканчивая, хочу сказать, какая же воля Божья для человека? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля Божья у вас во Христе Иисусе. Есть общая воля, помните? А есть личная, которую я хочу знать. Если вы хотите, чтобы Бог открывал вам лично волю свою, тогда, пожалуйста, последуйте за этим стихом. И живите так, как говорит Библия, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такая воля Божья у вас во Христе Иисусе. Заканчивая свою проповедь, я хочу просто вам всем сказать огромное спасибо за то, что вы есть. Я хочу быть благодарным Богу каждый день и каждый миг. Я хочу благодарить каждого человека, кто что-то приятное сделал для меня, и даже не сделал, просто всем, кто что-то делает, делал или просто поддерживает и помогает. Спасибо вам от души.
Я благодарю Бога за тех добрых людей, которые окружают меня по жизни. У меня нет слов, чтобы выразить всю благодарность всем вам, но пусть вам воздаст за все Бог. Есть что-то необычайное, когда ты просто сидишь в доме, тебе позвонили, ты вышел, никого нету, а возле дома стоит букетик. Думаешь, Боже, ну хотя бы признался, хотя бы сказал, кто ты, откуда. Кажется, ну быстро выбежал, все сделал правильно, никого нету. Обидно становится. Ропот подходит, но не обижайтесь. Я буду искать в человеке только хорошее, я хочу. И не замечать недостатки других. Просто все хочется изменять к лучшему. И я просто вас вдохновляю, будьте благодарными людьми. Неблагодарный человек – это человек слепой. У нас есть за что благодарить Бога и друг друга. Я просто благодарю вас за все эти годы, за все эти собрания, за все благословения, просто благодаря души, потому что это незабываемо. Это через всю нашу жизнь, и это благодаря Господу и всем вам. У нас сейчас молитва за церковь. Все наши благословения – это результаты наших молитв и нашего смирения пред Богом. И эти благословения, они будут продолжаться, смиряясь, поститесь и молитесь. Я благодарю каждого, кто уже постился и кто собирается это сделать в будущем. Это лучшее, что вы можете сделать друг для друга, просто служить благословением для церкви. Пожалуйста, пусть эта молитва покроет все наши семьи и дома, и наше смирение пусть увидит Бог. Аминь. Будем поклоняться Ему, будем смиряться пред Ним, будем участвовать в молитве, будем жить так, как ожидает этого Бог. Давайте мы поклонимся Ему, прославим Его. Ему вся слава. Аминь.